Да, давай. О, мама. Привет, мама! Привет, мои зайчики. Мы тут тебе кое-что подготовили. Так что, слушай. Как круто быть мамой двоих пацанов. Это любому понятно без слов. И вместо того, чтобы тебя поздравлять, позволь нам про это чуть-чуть рассказать. Быть мамой девчонок, конечно, не то. Там куклы, посудка, баничка, лото. Там пышные платья и косы до пят. Тебе ж подарил Бог двух пацанят. Твой дом украшает не вазочки роз, а киборг-убийца, что серый принес. Найдя его в луже у дома родного, почистил, помыл, и теперь он как новый. Нет, это не хлам, я не смею убирать. Ты хочешь военную базу сломать? Ты хочешь снести самолетный ангар? Одумайся, женщина, это ж кошмар. Ты в бой поведешь оловянных солдат. Будь смелой и дерзкой, ни шагу назад. Так с фланга зайди, артиллерией бей. Не знаешь, что это? Спроси сыновей. Ты выучишь с нами все марки машин. Останем побольше все виды их шин. А еще подрастем и тебя просветим, как действуют стартер, кардан и домкрат. Без нас могла б ничего не узнать. Зачем нужен лобзик? Неужели лобзать? Тиски нам зачем? Может, тискать кого-то? Подшипники что это? Шипами чего-то? Так много всего, что могло пройти мимо. Ну вот оно счастье. Два парня, два сына. Отставить! Вы что здесь делаете, а? Почему не на построение? Ну-ка, марш отсюда! Так точно! Здравия желаю.